И видим там вдали над сужающимся бельем треугольник крыши рядышком, рядышком колокольни. Вот в том направлении. Угу. Это Сионская гора и храм Успения Богородицы. Уходим вправо и видим квадратное строение с тремя флагами, Эбиянские ворота. Еще правее два серых купола, направляющих друг на друга. Это есть центр мира христианского. Это храм Бога Господня, он же храм Воскресения. Еще правее золотой куполок, это православная греческая патриархия. Еще правее черная высокая колокольня с наверхним навершием. Это Терра Санта, это центр католицизма на этой земле. Справа за флагом вдали мы видим две круглые башенки, скульптура. Это Нотр-Дам с Джерузалем, собор Иерусалимской Божьей Матери, католический. Еще правее мы видим с вами антенну и здание мэрии, мы там были. И еще правее мы видим купола с золотыми крестами, это Свято-Троицкий собор, который мы как-то называем были. Рядом с нами самые красивые ворота старого города, у них три названия. Шхемские, Наблузские и Дамасские. И все это вместе. Старый город, который у нас под ногами. Здесь же у нас сейчас будет согласованная с молодым семейством остановка на